Бай-бай. Всем привет, с вами Дава Дым. И сегодня у нас не обзор, скорее всего, а просто анонс новых вкусов. Но, короче, это табак Милана. Мне его уже присылали, я уже делал на него обзор. Мне прислали новые вкусы. Прокури там, не прокури. Короче, я прокурил. И я заметил кое-что, на что я бы тоже обратил внимание, наверное, да? Да, довольно-таки это очень странно. Давайте так, разберемся, какие новые вкусы у меня есть. Это грув, это ловис, это клубничный, малиновый чизкейк, это клюква, это лимонад огуречный, это орео, это ореховый пирог, это кола с лимоном и это, собственно, баунти. Вот такие вот вкусы у меня есть. Я половину вкусов прокурил, я не прокурил только лимонад, потому что я его оставил. И не прокурил, собственно, этот, как же эта хуйня такая белая в кокосе называется? Рафаэла. И вот, я не прокурил еще и Рафаэла. Так вот, про все эти вкусы я могу сейчас потихонечку рассказать. Так, сейчас я вас поставлю вот так вот красиво. Так, я думаю, меня видно. Про эти вкусы, собственно, можно будет рассказать. Браун Бум. Это кола с лимоном. Вот такая вот она по консистенции. Это вроде как, да, это немецкий табак Милана. Гульбахар табака, кстати, очень хорошая такая компания. То есть огромная корпорация, которая выпускает не только, собственно, Милана. Да, она выпускает много чего еще другого. Идем дальше, потом остальные подробности расскажу, да? Ловис, я вначале думал, что это жвачка, ловис такая сладенькая, приятная, но это что-то мятное, и почему-то идет привкус каких-то орехов, либо шоколадов, непонятно. Это грув. Тут, кстати, чтобы было прикольно, здесь есть вот такие вот картиночки, это апельсин, лимон и маракуйя вроде как бы, да? Но на старой партии, на старых вкусах здесь была другая наклейка, короче. Там было все на русском языке написано, чтобы было максимально понятно. Да, это то же самое, что я и говорил. Я его тоже прокурил, достаточно очень свежий, и мята здесь прям нормально таки ебашит тебя. То есть это не очень круто, но вот она тебя ебашит. Орео, я орео курил прям с большой надеждой, знаете, ебать, орео, такого не встречал. Но орео меня разочаровал, потому что в нем также почему-то используется мята. Да, он почему-то все равно мятный. Я этого на самом деле не понял, но он реально мят. Орео мят. Strawberry cheesecake довольно-таки круто, очень интересный. Максимально приторно сладкий вкус, но вот именно как клубничный пирог он реально не отдает. То есть он отдает просто пирогом а-ля немецкие, английские, вот эти пироги, да, как бы и все. А нутскейк, ореховый пирог, он реально пиздат. Мне он больше всего понравился. Здесь, знаете, нет такой настолько приторной орехового вкуса. Это, грубо говоря, такая вот ореховая паста. И она реально прикольная. Здесь орех прям как бы, выражен хорошо. И есть клюква. Клюкве я не поставлю большую оценку. Я ее прокурил и так, прокурил и сяк, а вкус максимально непонятный с привкусом реально спиртяги. Вот, когда нюхали спирт, вот орео, то есть это клюква отдает таким же. Что хочу сказать, я не курил эти два вкуса, это огуречный лимонад, но пахнет он почему-то ванильным. Да, пахнет он такой, знаете, обволакивающим масляным вкусом, именно похоже на вкус ванили. Sweet Roofie, собственно, этот, как его? Бля, забываю, прикиньте. Рафаэла, во, Рафаэла, блядь, Рафаэла. Тоже спорный вкус, это как будто кокосовый чизкейк. Вкус реально отдает сыром. И, наверное, вот этот кокосовый чизкейк я, собственно, сейчас и забью, да? У меня есть не СТ-шка, у меня есть Солярис. И, собственно, сам этот Солярис мы сейчас будем все это забивать. Так, сейчас я попробую вас опустить поудобнее, чтобы вы все видели.
Вот так вот, да? И, собственно, сейчас попробуем забить именно Sweet Roofy. Реально ли он отдает именно сыром? Вот реально отдает сыром. На, вот, понюхай, блядь. Чувствуешь? Вот реально сыром отдает. Но если это будет сыр, то можно будет поменять картиночку и сделать сырное Рафаэлло. Рафаэлло Маздам. Так, в принципе, я думаю, этого хватит здесь. По сырью оно, кажется, мне поменялось, потому что у меня есть старые партии, и реально здесь сырье, оно прям такое ощущение, как будто здесь дохуя сахара, и оно прям хрустит. То есть она сахарится, покрывается коркой и хрустит. Это очень странно. Сырье такого желтого поносного цвета. Ну реально, это не оскорбление, это реально поносный цвет. В этом ничего плохого нет. Но взять новые пачки, да, и взять, грубо говоря, старые пачки. Вот какие вам больше симпатизируют? Допустим, мне вот эти рисуночки, блядь, хуёво обведенные и вырезанные с фотостоковой фотки вообще не нравятся. Нежели здесь картиночки, да, такая графика прикольная, минималистичная, все понятно, чем нежели вот такой вот рисунок. Что еще хочу сказать? Табак, ну, новые вкусы, вот не будем пиздеть, короче, да, но стали отдавать больше химкой. То есть новые вкусы по сравнению со старыми, они стали отдавать больше химкой. Но в Америке и в Германии такую вот хуету полюбивают, да? То есть как бы любят там, чтобы тот же Starbucks, тот же Social Smoke. Там вот такое любят. В России не очень. В России не очень любят и так критикуют, короче, это все. Так, уголечки у меня почти подошли, сейчас мы наполним кальян, чашечка у нас есть, я ее сейчас начну взрывать, и, собственно, поговорим немного о других, ну, не о других вкусах, а этих вкусов немного поглубже. Вот. Короче, раскурил я это тяжело, как ни странно, 3 угля, колодка Solaris, с чем связано, не знаю, но, скорее всего, то, что много сиропа и всего остального, но я это сделал, я герой, блядь, понимаешь? Скажу так. Как называется эта хуйня, забываю постоянно. Блядь, вообще с головы вылетело. Короче, вы поняли, про что я говорю, реально просто с головы вылетело. Вот ее я чувствовал только лишь с упаковки, но и то с сырной ноткой. При курении я ощущаю тонкий-тонкий вкус кокоса и чуть-чуть маслянистый кондитерский вкус. Вкус максимально пустой. В отличие от других вкусов, которые я прокуривал, этот вкус максимально пустой. Я бы, возможно, бы все это мог спереть на то, что я сегодня очень много чего прокурил, да, и поэтому у меня рецепторы забились, но нет. Сегодня, в принципе, я вообще ничего не курил. И вот, собственно, курю эту Рафаэлку. Рафаэлка, блядь. Так что Рафаэлла у нас отправляется в списочек не очень хороших вкусов, и мы, наверное, сейчас перезабьем, чтобы нормально что-нибудь докурить, это огуречный лимонадик. Сейчас я его забью, собственно, и мы, наверное, даже поменяем чашку, чтобы, ну, не на Солярисе, а на другой чашке, чтобы понять, будет ли этот вкус такой же неоднозначный и хороший, потому что пахнет он так себе. И, короче, мы чашечку от кармы. И сейчас будем перезабивать. Так, вот так вот набросаем. И вот сюда вот бросим поплотнее, чтобы было. Вот так вот. Сейчас мы это все поправим. Так, все.
термометр немного плотничком трамбанем. И сейчас будем прогревать и еще раз взорвем уже лимонный, огуречный лимонад. К сожалению, что касается вкуса огуречного лимонада, он есть. Вкус максимально тоже легенький. Максимально слабый вкус. Вот не знаю, с чем связано. Остальные вкусы были очень пиздатые. А вот эти почему-то два попались очень-очень слабыми. Очень слабые вкусы. Я так и не смог распробовать. Я покурил, наверное, минут, наверное, 15, да? Но ничего так и не смог достичь именно вот этой огуречной резкости. Резкости именно не было. Поэтому давайте, собственно, разбираться. Страубери чизкейк круто. Кренбери не круто. Нацкейк круто. Граф круто. Ловис посередине так непонятно. Орео не круто. Хуйня, я забыл, как называется. Тоже не круто. Браунбум круто. И кукумбер лимонад не круто. Получается, что у нас в принципе в равных количествах все из 9 вкусов. И Ловис реально как бы находится посерединке. Вроде бы да, а вроде бы нет. Теперь что хочу сказать по самому табаку. Как бы обзор был, и немного поменялась консистенция табачного листа. Он стал более липкий, нежели чем был раньше. Покурится нормально, хорошо. Это вкусы, которые топовые, они курятся прям круто, но есть маленькая загвоздка, и она касается того, что непонятно, как он греется. То есть, по идее, ты думаешь, бля, сейчас 4 угля брошу, он перегреется. Но нет, на 4 углях даже он немного не догревается. А возможно, это проблема самого табачного листа. Непонятно. Далее. По всей вкусовой аромке, по всей вкусовой линейке, которая есть, там очень много старых вкусов, которые прям реально бомба. Тот же самый Roadrunner. Это очень топовый вкус. Тоже манго. Тоже манго-маракуя и еще и гуава. Тоже очень круто. В целом табак хороший, но такой крупной продажи на рынке либо в кальянных я как бы еще его не встречал. Возможно, даже они еще и не продаются. Возможно и такое. Поэтому, ребят, это табак Милана. Обязательно советую попробовать вам просто его, чтобы понимать, что это вообще за продукт. И примерно можно было понять, когда вам спросят, ты курил Милана? Ты такой, да, курил. Поэтому это Дава Дым. Это обзор на новые вкусы табака Милана. Всем пока, ставьте лайки, пишите комментарии и, наверное, скоро будете голосовать за меня на Джон Коляна Эвардс, но я, скорее всего, не выиграю опять. Но я выиграю, внутри я выиграю, 3 года подряд выиграю.